В США 8-летний мальчик угнал машину родителей, чтобы сбежать из приемной семьи. С собой он прихватил 5-летнюю сестру и 3-летнего брата. Полицейский патруль обратил внимание на то, что автомобиль очень медленно двигался. Кадры, которые вы сейчас видите, были сняты видеорегистратором с патрульной машины. После требования остановиться, юный водитель начал сдавать назад, задел полицейский автомобиль и лишь затем свернул на обочину и припарковался на газоне. Как выяснилось, дети неплохо подготовились. С собой они взяли вещи в пакетах. Сейчас власти пытаются выяснить, почему они решили сбежать от приемных родителей.